Есть. Вот он. Ух ты. Вот это да. Всем привет, друзья. С вами снова Мэфик. Я нахожусь на суперсекретном месте. Этим местом со мной поделился Наоки. Наоки, thanks for sharing the spot for me. Что здесь интересного? Здесь обитает довольно редкий вид на Тайване. Это blotched snakehead. Пятнистый змееголов, коричневый змееголов. Вот, он не вырастает больших размеров, тем не менее, это очень интересная, красочная такая рыба. Я его называю арбузная расцветка. Я здесь, ребята, уже второй раз на самом деле. И сегодня довольно солнечно, хорошая погода, рыбка клюет. Но первый раз я сюда приехал как-то под ливень. В общем, то ли тайфун, что ли, шел, что ли такое. В общем, погода была не очень. Давайте посмотрим, как это было. Редкий случай, друзья, когда я еду на рыбалку днем, но сегодня именно так. По снастям лайтовые снасти сегодня. Почему? Потому что рыба маленькая, и сегодня будет, естественно, микроджиг. Маленькие приманки и, в общем, ну, кайф, короче, кайф, как обычно, кайф. До места осталось буквально минут 15, так что особо говорить нечего. Давайте уже доедем до места и там встретимся. Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку спонсировать, поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Друзья, пробираюсь сквозь джунгли. Вот, надеюсь, что дорога правильная. Черт кто знает, как тут идти. Местом со мной поделился Наоки. Вот, я не спросил, как бы, есть тропа, нет тропы. Вот, ну, будем идти напролом. Что нас останавливало? Здесь хоть вот забор какой-то есть. По забору можно пройти нормально. Тем не менее, джунгли, друзья, надо идти аккуратно. Черт кто знает, кто здесь обитает. Вон, смотрите. Лопухи везде эти. Так, ну вот здесь уже тоже какое-то облагороженное место. Ну, сейчас посмотрим. Вроде бы нормально, даже машину поставил. Ну ладно, где-то впереди озеро. Секретное озеро, друзья. Секретное озеро с секретной рыбой. А, вон и оно. Ну что, попробуем плавить. Нифига себе, друзья. Два таких змееголова. Пуш туда, пуш туда. Нормально. Ладно, сейчас тут в удобном месте снаряжусь. Какую-нибудь казару поставим с вами. О, нормуль, казари, открытый фиш. Да, по этим условиям, друзья, не огруз хорошо зайдет. Ну что, побежали. Вообще, эту рыбу я ловил раньше. Более того, хоть она и редкая, но это был первый змееголов, пойманный мной на Тайване. Я тогда еще ловил с рыболовом из Америки по имени Крис. Кому интересно, гляньте одно из старых видео. Ну а сейчас, друзья, мы с вами пытаемся пробраться к секретному озеру.
Есть. Вот он. Блин, это не тот. Ах ты. Это не тот, друзья. Тихо, тихо, тихо. Это полосатый. Таких... Куча, иди. Мне нужен, друзья, другой. Полосатый нам с вами не интересен. Атаковал мелкий. Но мелкий. Косараза. Ой, блин. Хороший был. Это был хороший, друзья. Выплюнул. Хотя дал ему чуть-чуть я заглотить, но все равно выплюнул. Есть! Да что ж ты будешь делать, а? Ну, это был полосатый и мелкий, поэтому и не заглотил. Ну, поклевочка была. Ну что, друзья, час уже ловлю. Было две поклевки. Причем таких не просто там дынь, поклевочка, да, это я уже не считаю, а именно змееголов взял, но потом просто сошел. Сошел, потому что, ну, там, либо взял так прикусом, либо еще как-то так вот он, значит, хитро атаковал. Тем не менее, одного я взял, но это змееголов полосатый. За ним мы с вами сегодня не охотимся. У нас сегодня с вами охота за пятнистым змееголовом. Перехожу с точки на точку. Тут такие буераки, конечно. Вот. Ловим. И вот тена. Пришел на точку, взял мелкого змееголова. Фух, и такой ливень начался. Просто жесть. Вот он. Да, друзья. Вот он, блочит. Блочит снейкхед. Хорошо, хорошо взял. Ну иди. Ну а сегодня, как вы уже поняли, солнце, ясный день. Вот, вроде как дождь не обещали по прогнозу, но вода очень сильно упала, как вы заметили, и условия абсолютно изменились. То есть сейчас я буду ловить на джиг, сейчас я буду обкидывать все глубины, береговые бровки, значит, ну и будем с вами искать рыбу. Поехали! Ну вот, друзья, другой день, я решил взять с собой другие два спиннинга. Возьму, скорее всего, с собой мегабас. Он все-таки чуть пожестче, чем Crazy Fish. Вот. Не легче, как бы, да. То есть те же приманки, все то же самое, но как бы использует другой спиннинг. До точки осталось буквально там 5 минут. И рассвет уже наступил. Вот. Так что скоро увидимся на точке.
Да, на улице, друзья, уже светло. И решил я все-таки взять с собой мегабасину. Так, друзья, сумень свою надеваю. Шимановскую. Сегодня взял еще этот подсак. Срезал я, друзья, 1.5 метра плетни шнура. Кстати, мне там в комментарии в прошлый раз тоже накидали ребята. Типа, ну что ты сравниваешь YGK, блин, и какой-то там Фанатик. Они же совершенно разной толщины. Слушайте, ну действительно, я что-то измерил, как бы Фанатик 0,6, а на самом деле он оказался примерно 1. Вот, так что, конечно, с YGK сложно сравнить, но тем не менее, Фанатик мне тоже понравился, хоть и оказался 1. Ага, и стало гораздо мельче здесь с прошлого раза. Ах ты, поклевка была со второго заброса. Ух ты! Вот он! Красавец какой! Смотрите, друзья! Blotched Snakehead. Кусанул резиночку. Чё-то башка такая. Ой, худой какой! Вообще не ел, что ли? Резиночка офигенная, друзья. Смотрите, какая. Он не знаете, кого напоминает? Арбуз. Арбузяку напоминает мне он. Иди. Чук, и ушел. Ах ты, поклевка. Вот он, ух ты, вот это да. Так, ну это полосатый, по-моему. Да, это полосатик. Смотрите, какой красавец. Тихо, 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 стой. Да стой ты, блин, сумасшедший. Это полосатый. У меня такие дети. Иди. Левочка. Ах ты, еще раз. Ну вот вам, друзья. Напишите в комментариях, нравится вам такая резина. Поклевка сейчас хорошая, друзья, была. Тут так неплохо прикусывает, слушайте. Ах ты, ба. Отличная поклевка, друзья.
Это был змееголов. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Стоят на дне. Кто-то прикусывает. Вот он. Кто прикусывает? Вот кто прикусывает, друзья. Тиляпия. Прикусывает, поэтому мне кажется, надо увеличиться по приманке. Опять кусает. Да, друзья, наверное, давайте увеличимся по приманке, а то что-то это кусает. Сейчас тиляпия это будет донимать. Я все-таки думаю, вот это вот, да. И 4 граммика. Истинный микроджиг. Да? Что думаете? Ах ты! Дернул, а? Ну что, друзья, заалюрим. Единственное, что плохо, ребятушки, у меня мало чебурашек осталось легких. Вот 3 грамма есть. Фиолетовый еще одна 3 грамма, по-моему. И все остальные у меня яркие. Поклевочка. Ну, скорее всего, тиляпия балует. Тиляпия поддергивает, блин. Заразина такая. Клевочки есть, друзья, но это... О! Порез какой, смотрите. Ничего себе. Это змей был. Присел отдохнуть, ребятушки. Надо что-то перекусить. Вот. Ну, у меня, как обычно, в общем, кефир и сэндвич. Интересно, условия полностью изменились. То есть теперь неогруз здесь практически бесполезен, потому что... вся рыба ушла на дно, у берега почти никто не стоит. Вот. И я просто перешел на джиг. То есть вода упала, соответственно, вся вот эта водорослевая, да, подбереговая активность пропала. Вот. И рыба вся ушла, видимо, на дно. Вот. Очень интересно, дно каменное в основном. Где-то глина, но на маленькой приманке на 4 граммах прям в руку бьет, тоже отбивает. И поклевки на глубине. Вот. Ну, в общем, всем приятного аппетита. У кого там бутерброды в руках с чаем. Сейчас покушаю и буду дальше исследовать водоем. Ну. Ах ты, поклевка. Да, друзья, смотрите-ка. Поклевывает. Опять. Что-то подсело. Тиляпия. Ага. Да. А, больно, блин. Вот они и поклевывают тут.
Есть! 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 Блочат, друзья. Опачки. Ну вот, смотрите, друзья, какая интересная раскраска. Мне напоминает она арбуз. Вот. Она отличается от окраски северо-змеголова. У северо-змеголова другая окраска. Она более такая... Здесь она такая яркая, контрастная, а у него она более такая темная. То есть такие же пятна примерно, но более темная. Вот. И этот змееголов не вырастает там, ну, больших размеров, в отличие от северного. Все, спасибо тебе, дружбанчик, иди. Аллюр, crazy fish, 2 дюйма на падении, бам, у берега. Да, ребятушки, я уже был подумал, что дальний запрос мне сегодня не пригодится, как я увидел воду. Но, тем не менее... Иногда спасает. Да всегда спасает, на самом деле, дальний заброс, поэтому я за длинные спиннинги. Слушайте, змееголов плавает довольно хороших размеров. Тут плавают змеи. Наверное, здесь остановлюсь. Давайте, половим уже. Ах ты... Сидят животинки, сидят там они. Есть. Опять в шахте. Ой, блин. Ну что с вами делать? Ну вот еще один змееголовчик. Целевая рыбка. Смотрите, какой он красавец все-таки. Яркий такой. Арбуз. Иди. Спасибо. Crazy fish, аллюр и чебурашка. Фанатик, проходимец. Ах ты какой, а! Угу. Тиляпия села. Причем подвисла. Неожиданно. Ну, ребятушки, клев хороший на самом деле. Много змееголового уже взял я. Покушал, отобедал. Ну и сейчас еще половим чуть-чуть с вами. Авось какой-нибудь большой влупит. Вот, я уже думаю, может быть, поставить большую приманку, да, в надежде на хорошую рыбу. Но что-то не знаю пока. Стоит, не стоит. Цель у меня блочит, коричневый змееголов, да, но дно вроде нормальное, зацепов практически нету, то есть, может быть, оно, конечно, и имеет смысл, друзья. Вот у меня есть Айка Curly Tail. Хорошо, давайте его и попробуем
где-нибудь граммах, скажем так, на 7, наверное. О, на 6. Ах ты, ёшки-рыбёшки. Здесь у меня, друзья, каждый джиг на Тайване на вес золота. Я хоть и могу сам лить, но времени на это нет, на самом деле. Ну вот. Джиг здесь не продается. Попробуем. Авось. Авось, как говорится. Ах ты, поклевка. Мелкий змееголов. Ну, слушайте, пробил все глубины. Поклевок на большую резину нет. Надо тогда ставить вообще маленькую. Да, ну, сами понимаете. Большая не алё. Значит, маленькая должна алё. Сейчас поставлю что-нибудь. Типа... 4 граммика. Крохотное что-нибудь. Вот, 3 грамма. Микроджиг, микроджиг. Наш любимый микроджиг. Есть, есть. Опачки. Да, друзья. Мелкая приманка сработала буквально там на 5-м забросе. И целевая рыба на крючке. Ну что, арбузный? Друзьяшики, друзьяшики, вот он еще один блочит. Приманочка, посмотрите, какая. Приманочка просто супер. Есть! Ну все, иди. Вот такая вот, друзья, приманочка, да? Суперская вообще. Ну вот и все, друзья. Рыбалочка закончена. Иду по такому ковру из цветов. На самом деле, подо мной трясется вся эта штука. О, такое ощущение, что это плавень, да. Тут очень похоже, что вода подо мной, под этими всеми растениями. Тем не менее, рыбалочка удачная. Целевая рыба взята. Я очень этому рад, потому что это довольно редкая рыба. Ух ты, ёшкин кот. Да, подо мной вода. Это болото. Ну, всем спасибо за просмотр традиционно. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсором. Ставьте лайки. Фу. До встречи в новых выпусках. Всем пока.